Хожу по опустевшим магазинам, не дыша, ношу одежды обветшалые тела, не знает, как на вирус реагировать душа. Возможно, нет ей до случившегося дела. Я ей твержу, мы все боимся, что умрем, а ты спокойно, ибо перманентно, ведь заражаемся воздушно-капельным путем. Вот в чем трагичная особенность момента. Она в ответ: смотри, что ты берешь в мясном отделе с охлажденной полки, ведь ты себе не просто лжешь, жестокости твоей бы испугались даже волки. Какая связь между эпидемией и тем, что ты забоем братьев меньших называешь? Возможно, ты запуталась совсем, душа моя, зачем ты так пугаешь? Зашевелилось что-то странное в груди, так на сносях, пожалуй, беспокоят дети, и, понимая ее тревожную, теперь поди, зачем затеял разговоры эти? Послушай, тело, не перебивай. Все, что хочу сказать, давно известно. Как можно верить, что идешь ты в рай и убивать живое по дороге повсеместно? Вам вирусы съедают, вас вирусы съедают точно так, как изощренно убиваете животных. Вонзаете в природу свой заточенный тесак, но ожидаете в ответ условий льготных. Вы так уверенно себя всегда вели, чтоб мясом полные заполнились тарелки. Заметить даже толком не смогли, когда на мировых часах заклинило все стрелки. Секундная сломалась об обжорство. Минутное, а восклицание «Я гурман!» Но часовая обломилась о притворство, лишь совесть говорит об этом нам. Пожалуй, большинству плевать в теленка, которого с коровой разлучают там и тут, но матери, родившие хоть раз ребенка, быстрее смысл происходящего поймут. Учить тебя, конечно, я не смею. Душа и тело разные априори, но, глядя на потоки крови, даже я болею, лишь иногда такое приключается со мною. Возможно, потому что сильно что-то просит из сердца, где прописана любовь. Живу я там, и венами меня разносит такая же, как у животных, кровь. Взгляни, как происходит все на фермах. Поставлено убийство на крутой поток. Сдадут от зрелища не только нервы, телесного всего ты испытаешь шок. Для заменимого, по сути, протеина под нож идет везде, и стар, и млад. Какая же вы суперраса, коль скотине дорогу вымощаете в кромешный ад? Не нужно здесь дипломов академий, чтоб вирус как сигнал воспринимать, вам посылать устало эпидемии, порезанная на куски природа мать. Я шел по магазину, представляя, как все живое перестало вдруг дышать, как человечество с улыбкой промышляет искусством бесконечно мишлять. Брели передо мной стада и стаи, живое шло на гибель не спеша, кассир уставился в меня, не понимая, в руках держал, от напряжения сжимая пульсирующий сверток с надписью «Душа».